Добрый день, друзья! С вами Анатолий Криводедов, Российская Академия Ицюань и видеокурс «Школа Ицюань». Я выложил в плейлисте «Школы Ицюань» 100 уроков и еще дополнительные к ним пояснения, целый ряд пояснений, анонсов. И вот сейчас я хочу сделать по выкладыванию уроков небольшой перерыв на лето, как я обычно делаю. И в связи с этим я рекомендую просмотреть и проработать все предыдущие уроки. Кроме этого, я оставлю в описании к видео ссылки на программы обучения по Туйшоу. Вы можете, если есть партнер, вместе с своим партнером попробовать выполнить те требования, которые необходимы для начального обучения Туйшоу. Но, как всегда, я обычно подчеркиваю, самое лучшее обучение – это непосредственно с инструктором, с наставником, с мастером. И в связи с этим я приглашаю всех, кто интересуется Ицюань, Тайкикен, все, кто уже занимается, на московскую школу Ицюань, которая состоится 8-9 июня, Лефортово, 14. В прошлом году у нас прошла в этом же месте очень отличная школа на свежем воздухе, с хорошим настроением. Мы проработали достаточно хороший объем, который необходим для того, чтобы вы росли. В этом году у нас уже прошли в Москве мастер-классы по Туйшоу, по ударной технике. И вот на этом семинаре, который будет 8-9 июня, я планирую в первую очередь пройти прямо по программе, чтобы вы четко понимали, что, зачем, какие идут, какие требования на вашем этапе, что идет дальше. И те, кто имеют начальные багаж знаний, мы сосредоточимся, конечно, вот на этом разделе, но у вас будет возможность ознакомиться с материалом, который дальше. Те, кто уже прошли начальные этапы, вам, конечно, будет интересно понять, что согласно методичке у нас идет под определенным названием, что необходимо делать, и мы сосредоточимся на более продвинутых техниках, которые вам необходимы для дальнейшего роста. Кроме этого, я возьму на эту московскую школу свои книги, которые вышли. Те, кто еще не приобрел, можно будет их приобрести. И традиционно в конце этой московской школы будет аттестация. Те, кто готов, у кого вышел срок, мы проверим ваши навыки, подправим, и вы сможете дальше продвигаться по школе. Ну и также добавлю, что еще есть несколько мест на летней школе Ицюань, которая состоится в Крыму, в пансионате «Фарусский берег». Это будет с 25 июля по 3 августа. Пожалуйста, те, кто решит добавиться, вы напишите мне на почту, позвоните на телефон, который в описании к видео, или прямо на московской школе задайте вопросы, я вам отвечу, что и как. Это будет с 25 июля по 3 августа.